Приветствую всех, кто зашел на мой канал, и предлагаю всем желающим последнее видео из серии коротких видео о Родосе. Я хочу поделиться с вами самым лучшим, тем, что оставило в моей памяти самые яркие впечатления. Это схема маршрута по долине бабочек, путешествие по которой мы сейчас совершим. В этой маленькой долине собираются тысячи бабочек вида Panaxia quadripunctuaria в последней фазе своей жизни. Считается, что привлекает их сюда специфический аромат, выделяемый местными деревьями. Эти бабочки ведут ночной образ жизни, а днем они спят, сохраняя энергию, ведь самкам предстоит еще покинуть долину, улететь туда, где будут отложены яйца, чтобы повторить свой жизненный цикл. По долине желательно идти тихо, не издавая громких звуков. Я умолкаю.